Вчера подбросили в подъезд вот этого малыша, девочку эту. Ну, дождик. Жена принесла домой это, ну, чтобы не мерз. Вот, позвонили в приют, Лиля вот там приняла, сказала. Мы попробовали попытаться по знакомым, но не знаю. Кто тут? Лисички, новенькая девочка, крошечная-крошечная. Крохотуля-крохотуля. Крохотуля, нам некуда сажать, к лисичкам посадили, да? Вот она, вот она, вот она. Вот она маленькая такая. Кроха-кроха, совсем прям кроха. Так котенок. Нельзя выходить, нельзя. Ой, любопытные какие, нельзя выходить. Все, тихо. Лисы, блин. Тихо. Все.